Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ому. Погнали. Доброе утро. Как вчера отдохнул? Доброе утро. Ну, слушай, я неплохо отдохнул. Вот и как на лодочке скидывал, там, в принципе, этот, на уточек смотрел. Прогулялся, походил, так что мне... Мне все понравилось. Отстой, не отстой. Хорошо. Хорошо, хорошо. То есть обычно как раз таки это самая рука, с которой ты такой, вау, ничего себе, я классный, я сейчас выиграю. А потом всегда какая-то фигня случается. Потом весь стол показывает такой, а у меня два туза, а у меня тоже два туза, и у меня два туза. Откуда думаешь, откуда у вас шесть тузов? Вот так вот. О, ноу. Проиграл. Брат-братишка, под музыку. Пам! Пам! Ааа! Дважды носит один урода. Ты чё меня бьёшь? За что? Да, теперь еще золотая штука дважды бьет. Теперь можно играть с ним и играть демонов, чтобы, ну, типа, эти штуки бафались. Кстати, дважды, а его поменяли. Теперь с ним можно играть. Но нужен дирижер. Без дирижера, ребята, это все тщетно. Козмини малыша, мне нравится. Мне не нравится, что свиньи были ультимативное оружие, которое хрен кто пересхилит. Нашел свиньи и выиграл игру, это не круто. Можно посеять вот так вот? Хотя, блин, он дей пробил. Пак. Ладно, кажется, передумался не так. Мне кажется, здоровье потеряю от того, что его не поставлю, да? Почему что резать мой гамбит с токсичности? Она резать в токсичности, она погибла с токсичностью. Смотри. Только в ситуации, где у тебя мальгам получила, допустим, токсик, а потом с этим токсиком она врезалась в бабл и зафидила. Я думаю, тогда вот она воскресит, ну, ее с токсиком. В других ситуациях она будет без токсика. Если она ударила и токсик слетел, типа на что забила, а потом она зафидила, то уже без токсика будет. Ладно, давай его ставить. Я хотел подержать, честно. Мне кажется, я больше здоровья потеряю, если не поставлю его. Я вчера также играл, потом дирижера получил, ну вот, вот, да, я вот. Тоже за это переживаю. Что здоровье не останется. В конце концов. Как он зафокусил жестко. А, сейчас, мини-докс. Спасибо за 200. Трекич ставлю. Let's go. Let's go, мини-докс, let's go. Ребят, как только дирижера увидите, сразу говорите, Арслан, там дирижер, Арслан. А я ролл сделаю. Я еще ролл сделаю. Нормально. Причина, автор, это вернее, не у тебя, но ты мне его передай быстренько. Мне он нужен. Больше, чем тебе. Он еще просто два раза бьет именно по лицу. Да, бам-бам бьет. No.
Вонючка. Ну, не. Угу. Ага. Ну. Ну. Ну, не знаю. Ну, прям не знаю, ребят, ну не знаю. Давай еще ролл. Ну, что за приколы? Ай, погнали. Жестко себя же факаем. Нормально, да, жестко, нормально. Все отлично. Все здорово. Все классно. Все, ребята, все классно. Так, давайте-ка начну ваши треки за баллы ставить. Не смотрю. Ну ладно, смотрю, поехали. Опа! Вопросы. Спасибо чату за подсказки. Где это? Ты сбей себя, что ли? Вот эти подсказки. Нет, спасибо, ладно. Пошла дота, ну поехали, ребята. Вообще, на самом деле, в этом лобби проходчика поддержать — это очень даже неплохая идея. Посмотрите, Михи, драконы, Михи. Ну и остальных, вот эта троица жестко по морням получает. Я вот эта троица, кстати, которая по морням получает. Вам не хватает дирижера? Нужен дирижер, есть. Как будто надо, короче, проходочка найти, поставить его вот сюда вот. Тупо сидит, бабло собирает потихоньку. Очень плохо было. Ужасно, кстати, ужасно распрыгивается. О, боже мой. Тычки говна! Двое отлетело. Ну, я не отлетел, ребят. Я еще здесь. Пока еще, ребят, не ухожу. Пока что. Угу. Ну, давай.
Там нет особо смысла. Ну, типа, просто... Фистифизная штука. Плохо. Ну, допустим. Просто, ребят, допустим. Насыпка, но это не насыпка перед вылетом, это скорее насыпка перед посыпкой. Тут уже... Но нужен проходчик. Чтобы вот так говнорить через баблы ничего мы особо не делали. Так, далее, ребят, рекичи ваши за баллы ставлю. Let's go. Треки за баллы. Ну да, по 40 атак идет на каждом. Единственное, стол. Нет, стол у меня хороший, на самом-то деле. Штыл 15-19. Один раз заход, ты можешь купить себе спелл за здоровье вместо... Вместо монет. Ну, мы на следующий, наверное, купим просто карту и, может, его продадим просто. Забрал Роу. Блин. У меня нет места на еще одного. А, Горал. Гоща Рал тогда. Ладно, злочи. Я мог продать сразу, купить мультизар, сделать ворола, но... Подожди, а почему эта штука вначале стоит... А, под химеру. Минус 2, ну да, минус 2, это неприятно, конечно. Я не хотел спеллы тоже дешево забирать. Я делаю ролл, мне прокает банан. Я делаю ролл, мне снова прокает спелл, типа, за один, ну... Фонарь, вот, и так далее. Чё за дела? Опа! Проходчик. Не важно кого. Так, ты бьешь два раза. Ты дэмэш по лицу наносишь боевым ключом. Ну-ка, давайте троечку мне нанесем быстренько. Пам, 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 да. Не успевайте сработать.
Этот парящий. Нангороу. Ну, допустим, это наш стол с вами. Оцените, ребят, наш стол. Мы мощные, мы классные. Верите в меня. Так, дальше по трекам ставлю за баллы. Продолжаю. Гос, давай твой трекич. Сваба, 6, 10. 10, 10 кто-то ставит. Кто-то 0 ставит. Я думаю, что не так плохо. Одна карта сильная. Ну, я бы не сказал, что прям одна карта. Одна карта просто она отличается. То есть она прям стоит выше других карт. Но другие карты тоже неплохо, что-то умеют. Давай посмотрим, сколько у него будет, допустим, сильных карт. Он даже фритычка. Атаку на бафа по золотым все равно, смотрите, все равно фритычки тоже делают. Почему расновка такая? Я не хочу этой штукой в каку вылетать. Пусть он где-то подальше стоит. Там Лерой в стенке, что-то такое будет. Так, механизмы. Ребята, есть смысл сейчас купить просто демонов? Купил демона. Подролил и потом продал Тихони и сыграл просто демону, чтобы ты меня по лицу бил, а потом за счет этого там вы будете бафаться. Вап, это можно, вап, да. Вопрос все равно остается. Типа, хочу ли я вот это вот сделать? Спрашиваю Тихони. Эта штука теперь бьет по два раза по лицу. То, что он лучше, точно. Ну-ка, вот так заберем. Ну-ка, потроллил, ладно. Роу. Роу. Можно захолодить, можно в руке подержать карты. Ну, допустим, здесь либо продать тебя, либо попробовать все еще где-то пожадничать. Не знаю, 4 ролла, все еще будет на следующий ход. 4 ролла под тобой, это, ну, лишние 4-4 по всему на свете, да? Ну, плюс вы бафайтесь. За счет того, что по мне получают. Сейчас по 4-4 можно получать. Туш. А и вторую гулю. Ну, типа, можно, на самом деле, нам вроде так это окей. Что-то у него мехи получается. Он, кстати, всех побеждает. Минус 15, минус 11. То есть это из всех механизмов. Все играют на мехах. Но это самый главный, ребят, механизм. Все механизмы механизм. Это самый классный здесь. Так что, возможно, ребят, Final Boss. Там их 200-200, ну там плохо, там вылетели. Две сектантки. Ну давай. Если не шутишь... Так, ну мы, получается, ролим. Роу. Тихо, не знаю, просто так забрал. Роу. Молчазар, это хорошо. Роу. Пошел вон отсюда. Говнина. Теперь дирижером. Засыпай. Пыщ Светилькинс. Зачем?
Интересно быть будет. Роу. Роу. Так, ну ты стал сейчас чуть больше. Чуть его забафали. Есть смысл сейчас что-то где-то менять? Да, вроде нет, да? Сидим, наверное, как сидим. Сидим, как сидим, ребят. Единственное, что у Мутануса есть какие-то варианты, возможности через плевки, может быть, что-то прикольное сделать. Ну, как бы ладно, сидуй-ка. Так, хорошо. Следующий, ребят, трек. Забалу тоже ставлю. Let's go. Ту-ту-ту-ту-ту. Набафал ему демон, он говорит, говнина. Ему пора уходить уже. Мутант циклив, да конечно пчела сейчас там все... Уже цифры просто придумают отовсюду. Два героя, значит, ну хорошо. Хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту. Я же говорю, прохожих здесь неплохо работает. Но посмотрите, у одного чела две сектантки, у другого два героя. Они все просто сидят и ждут просто. Минус все баблы, минус два лероя. Минус две сектантки, минус, ну... Роу. 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 Ту-ту-ту-ту-дум. Ту-ту-ту-ту-дум. Вот так вот, в пул вернул. Я говорю, в пул вернул. Ладно. Ту-ту-ту-ту-дум. 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 Важно. Надо было Молчазара пораньше пул. Не надо было с него два ролла уже сначала получить. Термор с красненьким. Ну что вы поменяли? Это последнее изменение. Это не просто игра с красненьким. Это игра с последним красненьким, которые улучшены красненькие. Во-первых, он был 1-3. Сейчас его сделали 1-4. Вау, что просто. Карта, ребят, теперь 1-4. Вот, и помимо этого, еще золотая версия бьет дважды по мордям, а не как раньше один раз. Не понял, а где... Не понял. А как же? Нет. Да ладно, еще в центр ударил, что? Еще и куда ты бьешь? Куда вы все бьете? Я проиграл. Ту-ту-ту-ту-дум. Ужасный удар направо, я все равно проиграю. А все потому, что надо было еще 15 проходчиков. Ладно, клип молодец. Сможете считать, сколько раз нерфили красного? Ой, я, кстати, не знаю, сколько часто меняли. Ну, мы сегодня первые места просто не берем. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.